Черновский районный суд Читы закрыл от представителей СМИ все дальнейшие заседания по уголовному делу Ольги Левочкиной, обвиняемой в контрабанде леса в Китае. Об этом сообщается на сайте суда. В 2019 году Левочкину и ее мужа задержали по подозрению в контрабанде 90 тысяч кубометров леса в Китае. Дело одной предпринимательницы заняло около 80 томов, а вместе с ее мужем и другими фигурантами около 920 томов. Вместе с мужем они обвиняются в контрабанде леса на сумму 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Дело передали в суд 4 сентября 2021 года. Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям об организации преступной группы, контрабанде и отмывании денег. Напомним, предприниматель Ольга Левочкина в качестве взятки сети-менеджеру Читы Олегу Кузнецову отремонтировала дом после пожара и купила мебель. Дом, про который идет речь, сгорел в ноябре 16-го. Суд в июне 2021 года приговорил Кузнецова за получение этой взятки к 12 годам исправительной колонии строгого режима.